Всем большой-большой привет! Сегодня я хочу показать вам, как можно за 3 минуты в последний момент сделать вазу для цветов. Она состоит из бумажного пакета. Также нам понадобятся ножницы, какой-то большой стакан или, может быть, банка. И я подобрала ленточку под цвет цветов. Такая ваза вам может понадобиться, если, например, вам подарили слишком много букетов, и их некуда ставить, и срочно нужна еще одна ваза. Как правило, у меня ситуация дома выглядит наоборот. Ваз у меня достаточно, а цветов мне дарят достаточно редко. Ну, по крайней мере, не так часто, как хотелось бы. Когда будете наливать воду в вазу, будьте аккуратными, потому что если вы намочите пакет, то все испортится. Я надеюсь, что урок вам понравился, и я надеюсь, он вам обязательно пригодится. Скоро весенний праздник, я желаю вам яркого солнца, лучезарного настроения и всего-всего хорошего. Смотрите меня почаще. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!